Весна радует не только температурами и повсеместным цветением, но и появлением свежих сезонных овощей и фруктов. Мы не смогли упустить это из виду и решили порадовать наших телезрителей интересным рецептом вкусного, а главное, низкокалорийного салата. С этой целью мы отправились в гости к Яне Каноник. Мы сегодня готовим сезонный салат, в основном капустный получается. У нас молодая капуста в сезоне. Он очень низкокалорийный. В первую очередь за капусты, морковка тоже низкокалорийная, груша низкокалорийная. Самые калорийные здесь орешки будут, которыми можно регулировать калорийность. Салат отлично подходит к запеченной грудке куриной или индейке тоже можно. Такой получится полноценный обед. У нас будут и углеводы, и белки, и жиры из орешков полезные. Для приготовления салата нам понадобится по половине кочана молодой, зеленой и красной капусты, одна небольшая морковь, одна груша, апельсин и грецкие орехи. А для заправки – оливковое масло и соль. Начинаем шинковать капусту и заодно познакомимся поближе с автором рецепта. Мои любимые салаты все-таки по стандарту при участии помидор, правда, таких свежих, сезонных, сочных. Сейчас вот поэтому я уже жду не дождусь. А пока вот такими капустными салатами, зелень сейчас в сезоне тоже, шпинат, рукола. Такие салаты тоже люблю. И вот люблю сочетать овощи с фруктами. Ну, из фруктов в основном все-таки это яблоки, груши. В сезоне еще клубника тоже в салатах хорошо сочетается со шпинатом, например. Самое время добавить в салат нотки оригинального вкуса. Грушу нарезаем тонкими ломтиками и отправляем к капусте. Я очень люблю завтраки. Вот как группу такую, скажем так, панкейки, вафли, омлеты, овсянки разные. Экспериментирую постоянно с овсянками, с молоком. Приступаем к нарезке моркови. Очищаем ее при помощи специального приспособления и, не меняя инструмент, продолжаем снимать с моркови тонкие полоски. А теперь поделимся лайфхаком, как сохранить свежесть салата, если вы хотите съесть его сегодня и еще оставить на завтра. Все дело в заправке. То есть заправку мы добавляем непосредственно тогда, когда нам нужно его уже употребить. Если это мы делаем его вечером, нам нужно его кушать на следующий обед, мы просто заправку берем с собой в маленькой баночке или там в каком-то, не знаю, бутылочке и заправляем его уже на работе или где там у нас обед. Самое время заправить наш весенний салат. Выжимаем сок из половинки апельсина, поливаем оливковым маслом и добавляем соль по вкусу. В завершение посыпаем салат грецкими орехами. Они не только послужат украшением, но и дополнят рацион полезными жирами. Салат готов. Приятного аппетита!